Часто мне люди задают такой вопрос. Юрий Николаевич, я прихожу в компанию, я не знаю, что сказать, я не знаю, куда сесть, я не знаю, что сделать. Вот во втором этапе владения эмоциями мы будем учиться создавать вот эти артистические этюды. Михаил Чехов так учит. Артистические этюды, когда вы просто берете предметы и с ними разговариваете, создавая какой-то, сюжет. Этот сюжет вы эмоционально обыгрываете. И посмотрите, как я создаю сюжеты с разными предметами. И это важно. Мало того, что с предметами вы можете, действие какое-то делать, накрывать стол, разговаривать с кем-то. Но я вас умоляю, здесь есть техника безопасности. Пусть никто вас не слушает, пусть вас никто не видит в эти игры. Почему? Во-первых, вы не будете раскрываться, потому что есть зритель. Когда вы научитесь, тогда вы будете выходить на зрителя, как я могу выйти на зрителя, на любого. Поэтому вы это делаете один на один, с предметом. И тогда вы можете раскрыться и сделать хорошо или плохо, вас уже не будет это смущать. И второе, что здесь важно, то, что раскрываясь, вы как бы учитесь новым каким-то эмоциональным и новым сюжетом в работе. Посмотрите, вот как дети играют с игрушками. Они и мама, и папа играют, или еще что-то играют. Они придумывают эти сюжеты. Вот тогда нужно было придумывать больше сюжетов. Но теперь мы тоже это будем делать. И не показывать это другим. Другие не поймут. Подумают, вы с ума сошли. Так что, друзья мои, работаем с предметами, работаем на зеркало, работаем со своим телом. И это важно настолько, что вы натренируетесь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И тогда вы будете в социуме блистать и чувствовать себя естественным.